Это ты, принцесса? Возможно. Точно? Поцелуй меня, поцелуй меня, поцелуй, поцелуй! Распрекрасный принц вернулся. Слушай. Твой выход. Мы будем тебя прослушивать все время. Каслоу преступник. Но он также информатор Федерального бюро расследования. Есть покупатель. Я возьму весь товар. Ты коп? Если они просекут, что ты коп, ты труп, понял? У тебя есть один шанс. Я дам тебе пару секунд. Все неизвестно! Полиция Нью-Йорка! Руки вверх! Это опасный бизнес. Говорят, тебе в рожу пушкой тыкали. Теперь ты не в оплатном долгу. Сколько стоит твоя жизнь? Нарушишь условно-досрочно. Вернуться в тюрьму? Если кто и может протащить туда наркоту, то это ты. Что делать? Все идет по плану. Если мы докажем, что фентанил распространяется в государственной тюрьме, то генералу конец. Это твой шанс обрести свободу. Если попадешь туда, уже не вернешься. Я расследую убийство близкого друга. Этот детектив не должен узнать, что информатор ФБР причастен к смерти его друга. Вы хотите потягаться с крупнейшим полицейским департаментом в мире? Да не вопрос. Какой план? Слить его. У него же семья. Я лично обещала ему. У меня нет детей, потому что дети – это слабость. Папа, вернись, мне страшно. Я иду, малышка. Я палач и только что накинул петлю тебе на шею. Я не вернусь. Хана тебе! Сюрприз!